Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Если буква «е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Предупреждение владельцу с буквы «л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Звук «г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Этих людей уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости, порядочность и гражданское мужество. Они всегда стремятся действовать. Звук «г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Коммерческая вибрация указывает на несгибаемую волю, огромную внутреннюю силу и способность к концентрации. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Этой сильной личности характерны такие качества, как энтузиазм, ум, трудолюбие и терпение в достижении жизни. Жизненных целей. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными, имеют глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.